сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудаль. Она попрощалась, но уходить передумала. Правда, температурный накал все же снизила. В общем, бабье лето в лайт-варианте продолжается. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 23, переменная облачность без осадков. Ночью плюс 6-8. В центральных районах и на юге днем до плюс 24, облачность тоже переменная и тоже без дождей. Ночью 7-9 выше нуля. Послезавтра дождей в расписании по-прежнему не будет, ну а ночью станет немного теплее. О погоде все, удачи вам, увидимся.